Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на Кубке мира в Сербии. Турнир вольников на этих соревнованиях стартует 16 декабря. Состав команды был объявлен накануне на сборах в Крыму. Помимо олимпийского чемпиона Садулаева, цвета российского триколора в Белграде будут защищать еще 8 дагестанцев. Это победители октябрьского чемпионата России, а также тяжеловес Шамиль Шарипов, ставший в Наро-Фоминске вторым. Напомним, что индивидуальный Кубок мира заменил чемпионат мира, который был отменен из-за пандемии коронавируса. От участия в турнире отказались многие страны, в том числе США, Грузия, Япония и Казахстан.